17 и 18 июня на территории конно-спортивного комплекса «Максима Стейбл» состоялись соседские старты по конкуру, в которых приняли участие представители города Рыбинска. Соревнований в маршруте высотой до 90 сантиметров победителем стала Базунова Полина на лошади по кличке Кассандра. Меня зовут Базунова Полина, и сегодня я заняла первое место на 90! Ты первый раз здесь? Первый раз. В маршруте до 115 сантиметров второе место заняла Ксения Кузнецова на лошади по кличке Хоп Бэй. Заняла Ксения Кузнецова. Она выступала на лошади по кличке Хоп Бэй. Спортивная школа номер 15 города Рыбинск. Она награждается медалью, дипломом и призом от компании «Дикий медведь». Во второй день соревнований в маршруте высотой до 80 сантиметров победительницей стала Базунова Полина на лошади по кличке Кассандра. Школа номер 15, город Рыбинск. Она награждается медалью, дипломом, специальным призом от компании «Дикий медведь». Ее лошадь награждается почетной розеткой. Быкову Арсению на «Оскаре» в маршруте до 105 сантиметров и Ксении Кузнецовой на лошади «Хоп Бэй» в маршруте до 115 сантиметров удача не улыбнулась. Совершив ошибку, они заняли четвертую позицию. Every moment is another chance. Loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Damn. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? Cause we could be so completed. Baby, I'll never want anyone. Спасибо за просмотр!